замечательный фестиваль, на который хорошо приходить всей семьей. Есть спектакли и для малышей в игровом зале, для среднего возраста в малом зале. Вчера было открытие, вчера мы были с младшей дочкой на приключении новогодних игрушек. А сегодня пришли в большой зал, на балет со старшим сыном. Под Новый год мы ходим смотреть балет «Щелкунчик». И мы искали долго, чтобы было это красиво. Для деток представление. Мы готовились, покупали утром цветы и пришли сегодня на этот праздник. Здесь чудесно, очень много детей, много наших друзей, и мы рады здесь находиться. Мы выиграли золотой билет, и мы очень рады, что нам удалось сходить на это представление. Я вот ощущала себя, как будто я в виртуальном мире. Вокруг красота, новогоднее настроение. Множество нарядных, красивых детей, все очень дружелюбно. Здесь так приятно, все такие светлые, улыбающиеся. И сегодня я с друзьями, с детьми друзей. Обязательно возьму своих, потому что моему сыну 5-летнему будет максимально приятно и комфортно. И старший в 12, я уверена, тоже будет классно.